Здравствуйте, вы смотрите аналитику на канале «Витражи о вере в красках». Порой религиозные новости удивляют гораздо больше, чем политические. Вот, к примеру, одна из публикаций на информационном рупоре Унятова заглавлена так. Глава УГКЦ призвал епископов Европы поддержать Украину в восстановлении мира и в преодолении кризиса в мировом православии. Но насчет мира разговор отдельный, тем более, что греко-католики активно поддерживают праворадикальные движения, которые мечтают о войне до последнего солдата. А вот о том, как униаты хотят решать вопросы православия, это очень интересно. Речь пойдет о встрече в рамках Совета епископской конференции Европы с кардиналом Пьетро Паролином. Это госсекретарь Ватикана. Кстати, именно он был в Украине на День независимости, как пишут некоторые издания, остался очень недоволен приемом. Похоже, было не до него, ведь в эти дни встречали и главу ФАНАРа. Просто для справки уточню, что Совет епископской конференции Европы – это консультативный орган католической церкви. Запомните это, когда униаты будут рассказывать вам, что они тоже православные, ведь их облачение и обряды похожи. Одним из участников встречи был и главный униат Украины Святослав Шевчук. Понятное дело, он не промолчал на совете епископов и после благодарности госсекретарю Ватикана за, это цитата, «постоянные дипломатические усилия для достижения мира в Европе» и рассказы о том, что, по его словам, война в Украине – это война в Европе, попросил представителя Ватикана и представителей европейских епископских конференций дальше помогать Украине в достижении справедливого мира. Достаточно смутно представляют себе справедливый мир, по мнению униатов, ведь один из их духовных лидеров, Андрей Шептицкий, вполне себе радовался, когда Гитлер захватывал Киев и писал ему благодарственные восторженные письма. Потом благословлял пособников нацистов из дивизии СС «Галичина», но я же помню, это другое. Зато сразу понятно, что когда Шевчук рассуждает о мире, то все вполне по Оруэллу, когда черное – это белое и дальше по списку. Но это не единственная тема, которую в своих речах затронул Святослав Шевчук. Просто послушайте прямая речь главного униата страны. Сегодня Украина является местом противостояния между двумя патриархатами. Очень важно, что обе стороны этого противостояния признают католическую церковь как их собеседника – потому мы должны приложить все усилия для преодоления современного кризиса в мировом православии. Конец цитаты. Как вам такое? Кризис в мировом православии Шевчук решил преодолеть. Интересно, как он это видит? Ведь как ни посмотришь новости, сразу видишь активное взаимодействие униатов и раскольников. И все это Шевчук сказал после доклада Паролина об экуменической ситуации в Европе. Вы помните те выпуски аналитики, в которых мы говорили о возможности новой унии, а также о том, что католики считают, что православным очень не хватает признания первенства Папы Римского. А вот самим католикам неплохо бы научиться соборности. Кстати, такой взгляд вполне себе объясняет действия ФАНАРа, ведь патриарх Варфоломей все чаще пытается вести себя как восточный папа. Принимая решения без оглядки не только на мнение других предстоятелей поместных церквей, но даже на вековые каноны православия. Впрочем, видим мы и подвижки на другом уровне. Совсем недавно, впервые в истории, Папа Римский, Патриарх Варфоломей и Архиепископ Кентерберийский выступили с совместным заявлением, которое касалось экологии, охраны окружающей среды. И вот еще одна интересная новость. Папа Римский, Вселенский Патриарх и Архиепископ Кентерберийский встретятся в октябре в Ватикане. Причем именно глава ФАНАРа и глава Англиканской Церкви приедут в Ватикан. Как говорится, не многовато ли совпадений? Или это совершенно не совпадение, а часть огромной политики по тому, чтобы создать одну глобальную религию, частью которой будет новая уния? И что мы видим? Похоже, что именно Украина выбрана полигоном, чтобы проверить все эти идеи поглощения православия. Да, пусть в виде раскольнической структуры, представительствами Ватикана. Тем более, что униаты на пике своего развития, никогда еще их влияние не было столь велико, а та же организация ПЦУ все чаще показывает свою несостоятельность. И смотрите, как ловко под все подводится идеологическая база, мол, противостояние двух патриархатов, вероятно, имея в виду московские и константинопольские патриархаты, хотя нет никакого противостояния, есть антиканонические действия ФАНАРа на чужой канонической территории. И как вы понимаете, все эти странные аргументы о том, что события, которые произошли несколько веков назад, нужно срочно пересматривать и что-то там отменять, выглядят и звучат более чем странно. Тем более, что еще несколько лет назад риторика того же ФАНАРа была другой. Но вот политические амбиции, помноженные на желание быть первым без равных, все это было посеяно на благоприятную почву порошенковского армавира и проросло колючими ростками украинского раскольничества. Кстати, вы видели хоть раз осуждение униатами фактов церковного рейдерства, притеснения духовенства верующих в канонической церкви,
Ответ очевиден, зато теперь мы слышим, что они хотят активно способствовать преодолению кризиса в мировом православии. Кстати, не лишним будет напомнить, что вопрос единства в его организации, Шевчука, так и не решился. Остается отдельно Мукачевская греко-католическая епархия, которая является католической церковью своего права и не подчиняется Святославу Шевчуку. Но зачем же решать вопросы внутри своей организации, когда под эгидой разговора о преодолении кризиса в православии вполне можно поглотить, к примеру, раскольническую структуру ПЦУ, успевшую рейдернуть несколько сот храмов канонической церкви. А уж униаты, в отличие от раскольников, достаточно активно умело занимаются прозелитизмом, улавливая свои сети неокрепшие души. Подведем небольшой итог. Все чаще мы видим достаточно знаковые встречи на самом высоком уровне. И в этом году их гораздо больше, чем в течение нескольких последних лет. Судя по всему, тенденция будет продолжаться. В 2025 год очередная годовщина Никейского собора будет знаковым. Как минимум, все больше говорится о календарной реформе Фанара, что повлечет за собой еще целый ряд изменений. Также мы видим активное взаимодействие униатов и раскольников, тот же совместный молебен в Бабином Яру, да и другие мероприятия, которые все больше и больше приближаются к сослужению. Да и помним слова соратников Порошенко, что они тоже работают над проектом Единой Украинской Церкви, куда как раз должны войти униаты самосвятыми. Так что непростые времена проходим, и важно хранить верность Богу, канонической церкви, если вы прихожанин УПЦ, то нашему предстоятелю, блаженнейшему митрополиту Киевскому и всея Украины, Ануфрию. Остерегайтесь сомнительных собраний, непроверенных новостей, читайте классику и смотрите канал «Витражи» о вере в красках.